К другим темам. Когда завершат строительство культурно-спортивного центра в Короче? На какой стадии работы сейчас и что планируют улучшить? Главы профильных министерств региона провели выездное совещание на площадке возводимого комплекса на улице Советской. Его площадь 4500 квадратных метров. Такого масштабного комплекса, тем более объединяющего в себе ДК и спортзал, в муниципалитете еще не было. А потому его появление там очень ждут. К работам приступили в прошлом году. Сегодня уже подходят к этапу чистовой отделки помещений. Возникающие вопросы решают на месте. В процессе участвуют все, от министров до проектировщиков. Эксплуатация сейчас очень сильно привлечена в процесс строительства. Им дальше существовать в этих зданиях, организовывать работу. Поэтому есть нюансы, о которых там строители условно не знают. Есть какое-то оборудование, которое необходимо установить для функционирования. И важно, пока мы не вышли на чистовую отделку, все эти моменты согласовать. В принципе, все вопросы обсудили. Есть что еще рассмотреть дополнительно. Поэтому для себя поставили контрольные вопросы, контрольные задачи определить. Сроки. Планируем через неделю уже подвести итоги той работы совместно с эксплуатацией, с проектировщиками и со строителями. Культурно-спортивный центр планируют открыть до конца этого года.